Хо-хо-хо, кто тут яички будет жарить сейчас, а? Ням-ням. Да ладно! Не разбей яйцо, Даня! Осторожно! В этой игре участвуют два игрока – мама и Милана. Так как возраста разные, у мамы будет более сложная ситуация. У Миланы чуть полегче. Нужно будет вот эти яйца перенести Милане вот отсюда, вот оттуда сюда. А маме вот отсюда эти яйца перенести вот сюда. Да. Так. Ой. Пытайся. Да, да. Ну, схватила! Я... Неси давай! К себе яйцо неси же! Ну! Она ждет, все правильно, чтобы не шаталось. Так, опаньки! А гнездо-то сбоку? А вот гнездо, Милана. Неси, 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 давай! Давай, давай! Задом, давай, задом, давай. Задом! Ну, тихонько, тихонько! Есть! Яйцо на месте! Зернышки, да, ты кушаешь? Да. Ну дай-дай, все уже, посмотри, вот сколько много оставила. Окей, зрители, готовы? Готовы. Участники, готовы? Готовы. Да, я готов. На старт. Внимание. Марш. Погнали. Так, ну ладно, бери первое. Ну, Милан, ты одно яйцо поставила. Все, второе беги ставь. Опа! Опа! Куда идешь? Ка-ка-ка, ты что? Так. Самый ответственный момент у мамы. Ну, давай. Есть! А Милана тем временем уже два яйца. Давай, Милаша, бери. Ну что такое? Что за дискриминация? Я не дам вам сгореть на сковородке! Так, Милана, Милана не поставила! Куда? Отрывай! Ну? Есть! Мама! У мамы два яйца! Есть! У мамы упала курица! Что происходит? У Миланы упало яйцо! Милана, ты его потеряла по дороге! Опа! Так, так, ты схватила, так. Вот оно, давай его, быстрее в гнездо, в гнездо! Мама несет, несет, несет! Ну уже ставь! Да что же ты крутишься? Эй! Руками нельзя помогать! Это мое яйцо! Это мое! Ой! Ой! Мое! О, май гаднес. Это было мое яйцо. Яйцо разбилось прямо здесь. Ну, давайте его пожарим. Вот, так еще и с беконом, смотри, оно тут жарит. Ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Какое вкусненькое. Ну-ка, попробуем. Даня, хочешь попробовать яичко? Итак, у мамы получается сколько? Три яичка всего лишь, и мама разбила целое яйцо. У Миланы раз, два, три, четыре, пять. Пять яиц Милана донесла. Молодец, ни одно не разбила. Умница, дай пять. Милана победила? Мама проиграла. А сейчас у нас будут новые соревнования, участвуют курочка Розочка и курочка Смурфлета. В общем, мы сейчас определимся с этими героями, и кто перенесет больше яиц, тот выигрывает. А вы напишите, за кого вы будете болеть, за Розочку либо за Смурфлету. Да, а в зрителях у нас Мини Маус с котенком. Мы самый любимый котенок. Да, точно. А сейчас у нас будут соревноваться Смурфлета
и Розочка. Да, у нас сейчас курочка Розочка и курочка Смурфета. Кто перенесет больше яиц? Кто из них больше перенесет яиц? И задания для участников усложнились ровно в два раза. Для Миланы и для папы одинаковое расстояние гнезд. Ну что, для участники? Розочки и Смурфеты. Да, для Розочки и Смурфеты. Я больше перенесу яиц, чем ты. Ого! Друзья, напишите в комментариях, кого вы будете болеть, за Розочку или за Смурфет. А мы погнали и начинаем. Участники готовы? Раз, два, три. Поехали. Кто? Есть! Первое яичко у Смурфеты. Смурфета, нельзя хитрить. У Розочки тоже есть одно яичко. Опаньки, второе яичко у Розочки. Давай. Ой, яичка-то нету. Смурфета, ты чего побежала-то? Нету яичка. Ой, это что такое? Нарушение правил. Коварное нарушение правил. Молодец, Розочка, молодец. О, боже, сейчас идет воровство из яйца. О, нет. Сохранила яичко? Покажи. О, вот оно, яичко целое. Что а все остальные яйца-то что разбиты. Что хотели перенести яйца, но что-то... Хотели спасти их со сковородки, в результате, по-моему, их осталось только на сковородку и положить. Мы жарим яйца. О, вы просто их разбиваете, вы должны их спасать. Ну, где-то яичко. Это ведь очень вкусно. Посолим маленько. Милан, твой завтрак готов? Будешь кушать? Я, пожалуй, потом. Пожалуй, потом? Да. Ну, как хочешь. А я тогда все это съем. Ставь лайк и подписывайтесь на канал Family Box. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока! Всем пока! Даня, что ты тут наделал? Ам-ням-ням, вкусное яичко. Не очень? Ой, Даня взял все яйца, распотрошил. Вот еще два. Так. Курица тут явно недовольна. Ура! Ура! Давай пять? Вот так.